Освободили заложников. В Саратове прошли масштабные антитеррористические учения на объекте массового пребывания людей. Согласно легенде, террористы захватили здание театра юного зрителя на Киселева. На время учений центральные улицы города были перекрыты. По тревоге на место проведения учения выехали сотрудники всех силовых структур и органов власти, которые входят в оперативный штаб области. Практические навыки и принципы взаимодействия всех ведомств по освобождению заложников отрабатывали спецподразделения силовых структур, полицейские, спасатели и медики. По оценке руководителя командно-штабного учения, все структуры со своими задачами справились. Учения прошли достаточно профессионально, эффективно. Мы отметили, что в целом структуры, входящие в состав оперативного штаба, справляются со своими задачами. Здесь фактора внезапности не было. Конечно же, все были готовы к проведению этого учения. И оттачивался механизм взаимодействия, что, надеюсь, у нас неплохо получилось.